Сегодня мы первый раз от нашего храма прям едем такой в паломничество, недалеко пока, на источник Тихвинской иконы Божией Матери, это подворье Всецарицы. Замечательно красивое место, и ну, я вам буду все показывать. Че, как доели-то? Нормально доехали? Устал? Хорошо доехали. Ну, доехали мы. А вот за нашей спиной вывеска по дворе. Сейчас все собираются и идем. Металла конструкции, все нам жертвовал Тихорецкий вагоностроительный завод. Андрей Александр Иванович. Как бы образцом архитектор Рыжиков брал гранитный иконостас, мозаики на полу. Утром 8, вечером 5, каждый день служба с тарелочку. Сейчас мы в колокольне здесь. Иконы собраны в войнах в основном. Как видите, Георгий Подомов, Федор Ушаков, Дмитрий Солунский, Иоанн Воин. Давай, погладь, я в тебя верю. В общем, наши некоторые девочки и Юрий окунулись в купель, водички все набрали, помолились и возвращаемся домой. Вот такая у нас сегодня кратенькая поездка, первый раз с приходом. Храни Господь!